Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 77 по цифре 1 на странице 79 в рабочей тетради по математике до 4 класса автора Маро. Выполним сложение, вычитание, умножение, используя письменные приемы вычислений. 329 876 прибавим 447 458. 6 плюс 8 равно 14. 4 пишем, 1 запоминаем. Семь плюс пять, 12, 2 пишем, 1 запоминаем. Еще 3, 3 пишем, 1 запоминаем. 8 плюс 4, 12. Еще 1, 13, 3 пишем, 1 запоминаем. 9 плюс 7, 16, еще 1, 17, 7 пишем, 1 запоминаем. 2 плюс 4, 6, еще 1, 7. 3 плюс 4, 7. 777 334. 710 тысяч 3 минус 86 тысяч 754. Из 3 мы не можем вычесть 4, занимаем. 13 минус 4 равно 9. 9 минус 5 равно 4. 9 минус 7 равно 2. 9 минус 6 равно 3. Из 10 вычесть 8. Из 0 вычесть 8 мы не можем. Из 10 вычитаем 8, получается 2. И 6, 623 249. 8014 умножаем на 56. Сначала умножаем на 6. 4 на 6, 24. 4 пишем, 2 запоминаем. 1 на 6, 6. И еще 2, 8. 0 на 6, 0. 8 на 6, 48. Теперь умножаем на 5. 5 на 4, 20. 0 пишем, 2 запоминаем. 1 на 5, это 5, еще 2, 7. 0 на 5 это 0. 8 на 5 40. 4, 8, 7, 8, 4, 4. 448 784. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.